Наш эфир продолжает программу «Час». Ивана Денисова. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну и демократы приготовили нам очередные подарки. Вот об этом и поговорим. Совершенно верно. Теперь, видимо, да, мы обречены каждый выпуск начинать с разговора об очередных подвигах в кавычках, увы, на данный момент правящей партии. Поэтому благодарю Политолокову за помощь в подготовке выпуска. Но для начала немного о политике внешней, хотя мы сегодня к ней так или иначе тоже будем возвращаться. В кои-то веки Байден и его внешнеполитическая команда попытались сделать все правильно, но получилось опять как-то не очень. Поскольку я готов признать, что, и в общем-то, и считаю, что так и надо, когда оппонент или противник что-то говорит или делает верно, то все-таки стоит на это обращать внимание. И наоборот, когда свои ошибаются, о чем мы, я надеюсь, сегодня поговорим, то на это тоже обязательно нужно обращать внимание. Но вот и здесь, хотя я был готов одобрить то, что Байден и Блинкен пытались обозначить в своем противостоянии российскому и китайскому режиму, получилось опять не так, как надо. Для начала, да, собственно говоря, то, что Байден в интервью, его спросили, да, считает ли он Путина убийцей, Байден что-то сказал, да. Правильно сказал, хотя можно было выразиться и почетче, и более, так скажем, ясно, чтобы было понятно, что не да, а да, действительно, нынешний глава российского режима, международный преступник и так далее и тому подобное. Спорить не спорить, но была бы четкая формулировка, против которой, конечно, бы стали возмущаться кто-то, негодовать, но было бы видно, что хочет сказать Байден. Он высказал такую вот туманную реплику, и ладно бы, по крайней мере, хоть что-то, но видите ли, в чем дело, когда что-то подобное говорится, то неплохо бы это чем-то и подтверждать. Байден подтвердил это тем, что упал с трапа. Так себе подтверждение, прямо скажем. То есть, когда человек падает, это всегда смешно, особенно если это не мы с вами. И когда падал Путин на катке, это тоже было очень смешно, тем более его там еще поднимали. Если кто не видел, посмотрите, это гораздо смешнее, кстати говоря, чем Байден. Но главное даже не в этом. Можно устроить соревнование, кто упал смешнее, и слава, может быть, Путин и Байден, если бы они занимались только этим, а нам бы не мешали с вами, было бы гораздо лучше. Но факт тот, что после такого заявления мы не видим, что Байден готов как-то свою позицию, разумную в данном случае, я повторяю, чем-то ее подтверждать. А если учесть, что, помните, мы с вами говорили о том, что европейская армия превращается, черт знает во что, совсем недавно. Ну, вот теперь Байден у нас заговорил, что и американскую армию надо превращать, черт знает во что, где будут какие-то особые костюмы там для беременных, шлемы для летчиков, женщин, чтобы прическу не повредить и так далее и тому подобное. И хотя справедливости ради этой глупости это началось еще в 19-м где-то году, то есть при Трампе, но понятно, что сейчас Байден будет ее продвигать вовсю. И Кевин Майерс, которого я в последнее время цитирую, но так он действительно оказывается актуальным, он человек, который Америку очень любит, поверьте мне, я его читаю и читал довольно-таки много, но он тут на Байдена в своей последней статье напал с такими выражениями, которые вы, поверьте мне, от американских ведущих не слышите. То есть, самое мягкое – это безмозглый балабол, да, что-то brainless blabber. Ну и слова на букву «и», и на, которые заканчиваются на букву «т», там тоже используются очень активно. И смысл в том, что Байден разрушает американскую армию и превращает ее черт знает во что. С такой действительно армией, простите, кому противостоять. То есть, сказал, еще раз повторюсь правильно, слова ничем не подтвержденные, но это не очень хорошо. А далее Блинкен попытался показать, какой он крутой в общении с китайцами. Но проблема в том, что он забыл, что когда ты говоришь, то тебя обычно отвечают. И надо было себя поставить так, чтобы у китайцев не возникло желания тебе ответить. Потому что еще Герберт Гувер говаривал, что при переговорах с китайцами всегда, который там жил, кстати, довольно долго и знал о чем говорить, что в разговоре с китайцами всегда держите пистолет,
и пусть китаец думает, что вы выстрелите. Ну вот, судя по тому, как отреагировали товарищи с китайской компартии, они точно от Блинкена ничего подобного не ожидали. Поэтому вместо того, чтобы четко показать, что да, Америка готова противостоять и кремлевскому, и пекинскому режиму, ну, получилось, в общем, не очень хорошо. Я не буду здесь возмущаться и говорить, что не надо было вообще этого делать, что это нагнетание и так далее и тому подобное. А Джон Фостер Даллас еще в 50-е годы сказал, что вот этот самый brinkmanship, красивое слово, не могу ему подобрать аналог в русском языке, то есть готовность политика идти на прямую конфронтацию со своими оппонентами из других стран. Так вот, что этот самый brinkmanship, эта штука сложная, но полезная. Потому что если вы не готовы ее использовать, вы точно будете воевать. А если вы стараетесь ее избежать, то вы проиграете, даже не воюя. Поэтому конфронтацию я приветствую, и если это делают люди разумные, умелые. Но когда то, что мы увидели на прошлой неделе, это у меня не вызвало, так скажем, оптимизма. Хотя, да, я готов поаплодировать, по крайней мере, за намерение. Пусть даже это Байден, которого, вы знаете, я не люблю. Но опять, тут не очень получилось. Но вернемся к политике внутренней. Здесь все еще хуже, потому что три направления, которые определились на прошлой неделе, они опять нам ничего хорошего не обещают. Но направление первое, то, что следовало на самом деле ожидать, и о чем экономисты говорили уже довольно-таки давно, а именно, что Джо и компания собираются преподнести американцам повышение налогов. Мы с вами знаем, и история нам не раз это показывала, что когда налоги снижаются, то это автоматически ведет к повышению доходов на самом деле. Их становится больше, ну, потому что люди охотнее их платят. Экономика растет, все более-менее работает. Так было и давным-давно в 20-е годы, так было в 80-е, так было, наконец, всего 2-3 года назад уже при Трампе. Но вот у демократов у них какая-то своя странная привычка смотреть на то, что было плохо. Дело в том, что последний раз, по подсчетам экономистов, если планы Байдена реализуются, и там будет повышен корпоративный налог, налог на прирост капитала, пресловутый налог, да, на смерть, все, что связано с получением наследства и так далее и тому подобное, то это будет самое высокое, самое серьезное повышение налогов с 1968 года. И заметьте, Джонсон, когда к власти приходил, Джонсон демократ, если кто запамятовал, то он приходил, и при нем запустились налоговые льготы, которые были инициированы при Кеннеди. И в результате опять резко выросли доходы государства, экономика заработала, и Джонсон получил возможность тратить деньги как, ну, избитое выражение, но я им тоже воспользуюсь, как пьяный моряк, и на все свои программы ухнул там бешеные деньги. Но не забываем, что еще и на войну надо было тратить. Хотя, если на что и надо было тратить, то это как раз на победу над коммунистами. Ну ладно. Главное то, что в какой-то момент оказалось, что деньги-то кончились, а правительство разрослось до безобразного состояния. Ну, понятное дело, если вы тратите деньги на программы, нужны бюрократические организации, которые эти программы реализуют. Ну, да, все понятно. И деньги надо откуда-то брать. И вот тогда Джонсон взялся за повышение налогов. И в результате, конечно же, все стало хорошо и замечательно, но это я пошутил. Потому что на самом деле его повышение налогов привело к серьезной экономической рецессии. С такими вещами, я понимаю, не шутят, но надо как-то обстановку разрядить. Поэтому повышение налогов при Джонсоне закончилось, повторяю, очень плохо. И экономические проблемы в Америке, в которые угодило благодаря, ну не только, но в том числе и этому самому повышению налогов, выбираться из них приходилось очень и очень долго, но товарищам из Демпартии это все как-то, грубо говоря, пофигу. И они пытаются встать под знамена незабвенного ЛБДЖ и снова наступить на те же самые грабли. Поэтому, может, конечно, и обойдется, но история не в пользу демократов, как видите. История указывает на то, что такое повышение налогов приходит к плохим результатам.
Если же мы добавим вот этот самый пресловутый стимулус, то есть огромное количество федеральных денег, вбуханных в экономику, что всегда тоже плохо, тут я не буду пускаться в подробности, они уж совсем технические для моего понимания, но экономисты консервативные считают, что это очень плохо для экономики, что приведет к самым дурным последствиям. Ну и плюс еще повышение налогов. Это даже я понимаю, что добром не кончится. Но это еще не все. Пока Байден планирует этот подарок, Палата представителей приняла сразу два законопроекта про амнистию. Первый – это опять амнистия для несовершеннолетних нелегалов, а второй – это амнистия для там, сельскохозяйственных нелегалов. С несовершеннолетними уже их давно перекидывают друг к другу. И мне в этом плане вспоминается только реплика консервативного обозревателя Кёрта Шлихтера, который сказал, что эти самые dreamers, помните, их так называют, то есть мечтатели в дословном переводе, они должны мечтать только о том, чтобы скорее уехать из Америки. Я с ним полностью согласен. Потому что, да, хотя якобы к этому законопроекту привешиваются там какие-то условия, надо получать образование, надо делать то, надо делать все. Но, в общем и целом, даже если мы с вами вдруг в порядке дискуссии предположим, что вот все эти 3 миллиона человек, они вдруг окажутся достойными членами американского общества, то эта амнистия, это какой будет стимул для других нелегалов, которые и так уже создают кризис, а еще и хлынут в Америку в огромных количествах. Поэтому нет, по моему убеждению, это абсолютно вредный законопроект, и он не даст Америке ничего хорошего. Поощрять нелегальную миграцию нельзя ни в коем случае, это нарушение закона, либо есть закон, либо его нет, он есть. Поэтому амнистировать таких людей нельзя, какими бы несовершеннолетними они не были на момент прибытия, сейчас-то уже понятно, какие они. А что касается этой самой сельскохозяйственной амнистии, вообще-то она уже была в 86-м году. Тогда один еще начинающий конгрессмен, помнится, чуть ли не уже тогда, демонстрируя свои способности к слезливости, рассказывал, что вот гниют урожаи, если несчастные нелегалы не будут срочно легализованы, то все сгниет, кошмар и ужас. Рейган ошибку эту совершил, и сам ее считал самой большой, на ту амнистию согласился. В результате Америка получила таких замечательных сельскохозяйственных деятелей, как я фамилию сейчас, извините, не воспроизведу, не стал даже записывать, но, в общем, это люди, которые убили Равина Кахана, и люди, которые участвовали в теракте 93-го года по взрыву торгового центра. Насколько были их успехи сельскохозяйственные, действительно достойные, истории умалчивает. То, что люди, оставшиеся в Америке по этой амнистии, совершили преступления, которые я вам назвал, и во многом дали толчок исламскому терроризму, это понятно. Догадались, кстати, как звали того конгрессмена? Если не догадались, я подскажу. Это Шумер, тот самый, который Чак, и который снова у нас озабочен тем, чтобы амнистию для нелегалов пропихнуть. Вот я вам обрисовал, к чему может привести повторная амнистия для вот всех этих самых сельскохозяйственных тружеников. Прямо скажем, перспектива не очень. Есть возможность и надежда, что все-таки, даже несмотря на присутствие большевика Чака в Сенате, что эти самые законопроекты там будут похоронены, и я уже вижу стенание в леволиберальной прессе, что вот почему-то так получается, что все прогрессивные миграционные законопроекты Сенатом рубятся. Но здесь уже такой уверенности, к сожалению, нет, потому что то, о чем мы с вами говорим уже давно, еще с того момента, когда мы обсуждали опасность победы демократов, все это так или иначе реализуется. И сейчас шаловливые демократические и преимущественно старческие ручонки протянулись к филибастеру, который позволил бы действительно добиваться, во-первых, затягивать принятие решения, во-вторых, вот того, чтобы только абсолютное большинство эти самые законопроекты бы принимало. Но сейчас все больше и больше демократов, даже те, которые недавно били себя в грудь всеми частями тела и обещали, что ни в коем случае
никакого отмены филибастера не допустят, они уже стали говорить, что, ну, как-то, да, может, реформа и нужна, давайте подумаем, сделаем только вот этот самый разговорный филибастер, то есть, когда представитель партии меньшинства должен постоянно говорить и тем самым затягивать, давайте еще что-нибудь подумаем. Мэнчин, который у нас сейчас едва ли не главный человек в Сенате, так как от него будет многое зависеть, уже дает слабину, хотя следовало ожидать. Незабвенная подруга китайских коммунистов, ну как незабвенная, она жива еще все-таки. Файнстайн тоже уже что-то там заговорила о том, что ну, филибастер это не такая уж хорошая штука. Ну и, собственно говоря, сам Джо, который вроде бы уверял, что он филибастер хочет защищать, уже не хочет его защищать. Потому что понятно, что в ситуации, которая складывается, большинства все-таки нет, того большинства, которое подразумевает, что демпартии дан, американский народ дал полное право преобразовывать Америку по своему образу и подобию. Значит, действительно, спорные решения, спорные законопроекты не должны проходить Сенат вообще-то. Но если филибастер все-таки будет загублен, то ну, последствия будут, я уж часто это повторяю, но это правда, уж не обессудьте, последствия будут, конечно же, печальные. И выкручиваться из них будет очень и очень тяжело. Ну вот, видите, сегодня как-то у меня получился первый сегмент не особенно радостный, ну, правда, все время, в последнее время получается не особенно радостный, и, наверное, дальше тоже я сегодня ничего особенно оптимистичного вам не скажу, да, такой спойлер, ну, хотя постараюсь как-то сгладить все проблемы, что нас ждут, тем не менее, вот, сами видите, опять по учительской своей привычке смотрю я на работу демократов за эту неделю и поставить им высокие оценки, ну, никак не могу. Даже хотя мне бы этого очень хотелось, это нас возвращает к началу моего монолога на предмет каких-то внешнеполитических моментов. Ну уж не обессудьте, ситуация, на мой взгляд, такая. Здесь умолкну, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. К сожалению, хороших новостей очень мало, очень редки последнее время. А вот то, что происходит, вызывает печаль, досаду, тревогу. И в отношении иммиграции это кризис, причем глубочайший кризис. И мне вспоминается, когда левая медиа, ну, вся медиа, да, давайте, ну, 99% средств массовой информации обвиняли Трампа, что он такой-сякой, что вот там 3000 бедных детей находятся в ужасных условиях. На сегодняшний день в этих же самых условиях, в этих же самых так называемых центрах находится 15 тысяч детей. Я помню, как особо сердобольные адвокаты иммиграционные наши, здесь местные, чикагские, сравнивали центры временного содержания нелегальных иммигрантов с концентрационными лагерями и доказывали, почему они правы, почему это можно назвать. Сегодня я что-то не вижу в соцсетях их высказываний по этому поводу. Еще раз говорю, эти самые центры временного содержания заполнены более чем на 700%. То есть тогда содержалось 3000 человек, сейчас 15 тысяч детей содержатся в этих же помещениях. Можете себе представить условия, в которых они содержатся. Ну и наши сердобольные молчат в тряпочку. И пресса пытается, задать вопросы по этому поводу во время пресс-конференции Писаки. Сразу съезжает с темы. Мы стараемся, мы ищем, у нас другой подход. Это все потому, что Трамп виноват. И то же самое, Homeland Security секретарь, то же самое. Это потому, что вот предыдущая администрация, так сказать, игнорировала все законы и поступала вопреки законам. Вот то, что мы сейчас имеем. Хотя на самом деле количество... При Трампе, я помню, в 2020 году на 80% сократилось количество нелегальных переходов границы. И все было в порядке, и это опалось, и типа ожидать решения судьбы на территории там за границей было вполне себе разумным. А сегодня происходит следующее. Сегодня их выпускают, нелегалов выпускают из этих центров, даже не назначив дату суда, когда их кейсы должны рассматриваться. То есть демократы заведомо знают, что все это булшит.
никаких судов не будет, никто на них, 94% вообще не появляются, что все это так, для вагиноголовых отмазка. Ничего это не работает. Если ты отпускаешь людей в комьюнити, все, они там потерялись, растворились, воспользовались бенефитами, которые специально созданы для нелегалов, а плюс еще под ложными там этими social security, так сказать, в нарушение всех законов получают бенефиты. Они это прекрасно понимают и знают. А сегодня уже просто отпускают, вынуждены отпускать пограничники этих людей, даже не назначая сроки слушаний в суде, потому что понимают, что никто никуда не придет. И все, чем занимаются сегодня, этот Майоркас заявляет о том, границу у нас все в безопасности, крепко на замке, все в порядке, мы все контролируем. Поголовно все пограничники занимаются тем, что бабиситуют этих детей и не выполняют свои прямые функции. Граница разрушена, буквально разрушена. И они еще пытаются обвинить в этом Трампа, и вагиноголовые подхватывают эту идею и вторят пропаганде. Пропаганда, которая работает. Как я говорю, Геббельс нервно курит в сторонке. Вот примерно такая ситуация. Ну да, тем более, заметьте, ну тоже вы наверняка обращали внимание, когда опубликуются какие-то интервью с нелегалами, и этих нелегалов спрашивают, а при Трампе вы бы сюда сунулись? Большинство отвечает нет. Так что им действительно созданы все условия для безнаказанного нарушения американских законов и проникновения в американское общество. Помните, мы в прошлый раз говорили, как это опасно и как это понимали в Северной Ирландии. Ну вот в Америке это тоже понимают, но, к сожалению, не нынешние. В смысле, понимают, но это используют в своих интересах. Совершенно верно. И как показывает практика, через границу нелегально переходят не только дети из Латинской Америки, но и из разных мусульманских стран, и даже из Китая, нелегалы из Китая. То есть, как умудряется Майоркас заявить, что граница на замке, если к нам в страну не весть кто идет? Вы приводили яркий пример, когда получили амнистию. Сельскохозяйственные работники, то есть слепой шейх, который в 93-м году взорвал, ну, было, во всяком случае, ну, там их много, там целая публика, да, имена, я даже их не воспроизведу, не обессудьте, но все сплошь, конечно же, эти огородники. Аграрии, которые поднимают наше сельское хозяйство. Хотя я должен заметить, что в сельском хозяйстве у нас занято 2% населения. Окей, давайте мы сделаем небольшой перерыв и продолжим тему того, что происходит в нашей благословенной стране. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». И прежде чем перейти к следующей теме, буквально два слова в продолжении предыдущей. У нас есть тут один юрист с высшим экономическим образованием, который все время убеждал нас, что нелегальные иммигранты американскому налогоплательщику ничего не стоит, мало того, они еще приносят безусловную экономическую выгоду нашей стране. Вот мне хотелось бы, глядя ему в глаза, задать вопрос. Скажите, а вот те 60 почти, без малого 60 миллионов, которые правительство потратило на оплату гостиниц, в которых временно размещают нелегальных иммигрантов, это ты из своего кармана заплатил, или вы с такими же сердобольными дружками скинулись и все это оплатили, или все-таки это из денег? Это небольшая сумма по сравнению с теми миллиардами, которые тратятся на нелегальных иммигрантов, то есть образование, учеба и так далее, расселение по квартирам, там миллиарды долларов. А вот это просто единовременная мера такая, единоразовая временная мера. На какой-то короткий период почти 60 миллионов долларов заплатили. Причем на Манхэттене некоторые номера в сутки стоят $500. Неплохо, правда? Неплохо устроились. И они нам ничего не стоят. Это деньги с деревьев, наверное, бидон срывает, они на деревьях растут и платят за это. В общем, вот как-то так. Ну, а теперь... Трампа все время обвиняли в том... И давайте попробуем принять звонок, а потом перейдем к следующей теме. Добрый день. Да, добрый день. Вот смотрите, Иван. Приток нелегалов, их легализация, раздувание ненависти к азиатам абсолютно. Вот, причем в бешеных темпах это идет. Я смотрю, CNN. Это кошмар, конечно, происходит. Да, это с одной стороны.
А с другой стороны, вот я сегодня видел у Блумберга на странице о том, что это как бы официально, если это у Блумберга официальная статистика экономическая. 1% богатые в Америке, 20% своего богатства прячут от АРС. Прячут от АРС. То есть получается так, что все вот эти вот повышения налогов на богатых, они ведь ни к чему не приведут. В казну никаких денег больше поступать не будет. И все получается при официальной поддержке масс-медиа, которая все это яростно поддерживает, и при принятии законов, большинством официальных законов утверждающихся. Скажите, у вас есть какие-нибудь соображения, как с этим можно вообще бороться? Ну, соображения очень простые, как я уже и говорил, это законы надо соблюдать, а налоги надо снижать. И с нелегальной иммиграцией бороться. Вот, собственно, и все. Совершенно верно. Итак, вы помните, когда левая медиа, средства массовой информации, все время упрекали Трампа в том, что он не доверяет своему разведсообществу. Но, к сожалению, разведсообщество превратилось в боевое или такое в полицейское крыло демократической партии. Об этом говорят факты. И, в частности, последний доклад разведывательный тоже довольно странный. Вот об этом, если можно. Да, у меня с разведсообществом, как вы знаете, очень сложные отношения. Я, в принципе, его уважаю за былые заслуги. И знаю, что там работают люди достойные. Но то, что необходимо проводить реформу и выживать оттуда бюрократию, а также выпускников университетов престижных, которые нарушают принципы, спецслужбы должны идти люди, которых заботят интересы своей страны, а не каких-то там международных организаций и бюрократии. Это надо. К сожалению, Трамп это не успел сделать, и нам еще, конечно же, наблюдать за то, как демократы разваливают разведсообщество, придется довольно-таки долго. Но это отдельная тема, как-нибудь, да, я к ней регулярно возвращаюсь, может, еще вернемся. Пока непосредственно последний доклад этого Национального разведывательного совета, который был опубликован офисом директора национальной разведки. Это очень странный документ, я вам рекомендую его прочесть, он не очень длинный, 15 страниц, и, в общем, достаточно доступным языком изложен. А почему он странный? Он сам себе противоречит почти в каждом утверждении. И порой такое впечатление, что половину писала одна группа аналитиков, а выводы почему-то делала другая. И эти выводы, они зачастую не стыкуются с тем, что в этом докладе значится. Давайте по порядку. Три основные направления. Иран, Китай, Россия. Иран. Признается, что Иран делал все, чтобы создавать в Америке нездоровую обстановку и подрывать шансы президента Трампа на переизбрание, но при этом не ставя своей целью поддержку его противников. Извините, так не бывает. Если действия нацелены на подрыв шансов одного кандидата, это автоматически означает помощь другому. И вот это вот утверждение, что да, Иран работал против Трампа, но не на Байдена, не верю я в это, простите. Не может такого быть, просто-напросто потому, что не может. И какими бы красивыми словами товарищи аналитики не прикрывались. Тем более, даже и так очевидно, что любой нормальный представитель враждебной Америки страны, если он видит, что у него есть выбор между президентом, который сохранит санкции и не будет возвращаться в эту самую сделку, и тем, кто обещает в сделку вернуться, тут все понятно. Поэтому противоречие номер один. Признается, что Иран работал против Трампа, но закрываются глаза на то, что это помогало Байдену. Противоречие номер два. Китай. Вроде бы речь идет о том, что да, в Китае, понятное дело, что они против и так далее, но по уверениям аналитиков, у них есть высокая степень уверенности, что Китай ничего не предпринимал в этих выборах. Тут же, через несколько строчек, написано, что Китаю гораздо выгоднее Байден,
Потому что для китайцев, по, опять же, аналитическим выкладкам, Байден гораздо более сговорчивый, и они от него ждут уступок и так далее и тому подобное. И словно испугавшись того, что они сказали лишнего, тут же еще идет одно добавление. Но что все равно они боятся, что Байден настроит против китайцев, я имею в виду, настроит против них мировое сообщество. То есть, опять определитесь, уважаемые товарищи, что вы хотите сказать, что хочет Китай. И если у вас написано в одном месте, что Китай заинтересован в Байдене, в другом, что не заинтересован, но где высшая степень уверенности, если вы сами указываете, что у Китая интересы есть? Но это еще не все. Есть такое понятие, как мнение меньшинства. И поверьте мне, в истории разведки очень часто мнение меньшинства, оно оказывалось гораздо более разумным и более далеко идущим, чем мнение этого самого большинства. Мнение меньшинства, оно исходит из офиса по киберразведке. Как раз утверждается, что нет, Китай-то все-таки участвовал, и Китай был озабочен как раз тем, чтобы подорвать шансы президента Трампа. И опять, у вас мнение меньшинства. Это явно не один человек, это все-таки больше аналитик. Как вы можете утверждать, что высшая степень уверенности в том, что касается Китая, если вот у вас такая ситуация? Это противоречие номер два. А противоречие номер три связано как раз с Россией, и России посвящено больше всего места. Там тоже очень много верного, там тоже очень много правильного. И, например, то, о чем я вам постоянно говорю и буду говорить, а именно, что в ситуации перед выборами и после выборов, вот этим вот кризисом, который действительно получился, действительно российская пропаганда воспользовалась и вливала огромное количество под видом якобы людей, которые симпатизируют Трампу и так далее, вливала огромное количество пропаганды антиамериканской в принципе. Здесь я согласен с оценкой аналитиков, хотя, прямо скажем, неплохо было бы указать, почему это произошло. А произошло это потому, что очень многих американцев, да и не только американцев, кризис еще и доверие к средствам массовой информации. А этим пользуется российская пропаганда. Ну ладно, сейчас разговор не об этом. Так вот, далее аналитики вроде бы подробно рассказывают, что там, как российская разведка и как российская пропаганда работала против Байдена и на Трампа, но тут же, если вы будете читать внимательно, они пишут открытым текстом, что во время правления Трампа он подвергал, внешняя политика всегда подвергалась критике со стороны российской пропаганды, и тут же, через несколько абзацев, они пишут, что когда в Кремле решили, что Трамп проиграет, они сделали ставку на Байдена, открытым текстом говорится, и стали видеть именно в Байдене того человека, который будет заключать договоренности на выгодных Кремлю условиях. И здесь я опять развожу в недоумении руками. Вы открытым текстом говорите, что, во-первых, почему-то Кремль знал, кто победит, что меня уже настораживает. Почему Кремль это знал заранее? Во-вторых, вы мне пишете, что Кремль обхаживает Байдена и что Кремль недоволен внешней политикой Трампа, и почему-то Кремль хочет, чтобы Трамп остался у власти. Как это? Я не понимаю. Ваш доклад, вряд ли они нас слушают, но вдруг, мне не дает уверенности в том, что вы сами понимаете, о чем говорите. У вас факты не соответствуют с выводами. Это, знаете, опять дурная учительская привычка. Если вы пишете даже в каком-то там старшем классе эссе, а у вас вы пишете об одном, а делаете выводы другие, работа не засчитывается. У аналитиков получается именно так. Но это еще не все. Есть в конце этого доклада такой небольшой аппендикс, где названы еще три, ну, так скажем, страны, не страны, три представителя враждебной Америки, враждебного Америки блока, которые вели активно пропаганду против Трампа. И это тоже признается, что они действовали против 45-го президента.
Кто эти товарищи? Хизбалла, Куба, Венесуэла. Ну, тут уже все понятно, но заметьте, Хизбалла, все знаем, что связано с Ираном очень хорошо. Покойный генерал Пачепа, который знал про разведку абсолютно все, писал, что Хизбалла очень тесно завязана с Кремлем тоже. Куба – давняя дружба с Кремлем, само собой. Венесуэла, ну, все открыто говорят, что это почти уже такой, да, клиент Путина и так далее. И опять мне непонятно. Если Кремлю и Путину так, не, так выгоден Трамп, почему тогда союзники Кремля ведут работу по тому, вели работу, чтобы от Трампа избавиться? Опять, как? Те же самые разведсообщества, те же самые аналитики. Нам не раз предъявляли самые разные доказательства того, как Кремль взаимодействует с Гаваной, как Кремль взаимодействует там, и, да, ну, с Хизбаллой, и с режимом Мадуро и так далее. И вдруг выясняется, что почему-то, хотя интересы, казалось бы, общие, они вдруг поддерживают разных президентов. Извините, не верю. Так я могу это допустить, но не верю никак, не бывает так. Если идет целенаправленная кампания скоординированная из Кремля, что, о чем нам говорят, и во что я готов поверить, но она должна вся идти в одном направлении. Если она идет в разных направлениях, то значит смысл ее либо точно не в том, что Кремлю выгоднее Трамп, а смысл в том, чтобы поддерживать разных кандидатов для создания раскола в обществе, о котором мы говорили в 2016 году, и тогда все, в общем-то, понятно, что, да, самые разные эти самые актеры в разведигре, каждый преследует свою цель, и каждый старается сделать все, чтобы американское общество расколоть. Это я готов признать. Либо нам, как и в случае, когда Бреннан скрыл ряд данных, нам что-то снова не договаривают. Мне не хочется в это верить на самом деле, но все указывает нас, как ни странно, на то, что Кремлю был выгоднее Байден. И все, что мы видим, и все, и большинство фактов, именно фактов, а не домыслов, в этом самом докладе они тоже указывают на то, что Кремлю выгоднее Байден. Откуда взялись выводы, что Кремлю выгоднее Трамп, мне непонятно. И еще раз повторяю, полное ощущение, что писался доклад аналитиками, действительно понимающими, что и как, а выводы делали уже назначенные Байденом товарищи из высших эшелонов вот этой самой, уже даже не разведсообщества, а разведбюрократии. Вот такое вот у меня осталось мнение об этом самом докладе. Я еще раз советую вам его прочесть. Со мной вы согласитесь или нет, это вам решать. Но у меня осталось вот такое мнение. Я ни в коей мере не выдаю, не претендую на то, что я все разбираюсь в разведтонкостях и так далее. Но то, что я знаю, у меня вот вызвало такие сомнения. Если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Абсолютно согласен. На самом деле, как бы внизу этой структуры работают люди добросовестные, выполняют свою работу, а бюрократия пропускает все это через свои фильтры и выдает на гора результат, который ждет от нее верхушка демократической партии, ни больше, ни меньше. И, к сожалению, это отрицательно сказывается и на безопасности нашей страны, к величайшему сожалению. Но когда волновала безопасность страны демократов, когда речь идет о власти, о идеологии, так что ничего удивительного в этом нет. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Добрый день. У меня вопрос или просьба, разъясните, наивный, может быть. Вот те, кто вывез работу за рубеж, в Китай или в другие страны, ну, давайте в Китай проще, платит ли он налоги в нашу страну? Где он держит деньги, эти все предприниматели, которые держат огромные бизнесы, например, в Китае или в других странах. И получается ли, что когда мы приглашаем иммигрантов, то есть допускаем, это кому-то выгодно, нелегальных, то есть мы как бы делаем дешевую рабочую силу здесь, а платить будет средний класс, возможно.
как же из этой ситуации выйти? Ведь надо смотреть, кому это выгодно. И можно ли бороться с этими, кто вывез? Ведь невозможно, они крупные, богатые. И, возможно, поддерживают политические силы в Америке. Да, спасибо. Они точно поддерживают. И даже в штатах, которые номинально красные, сегодня уже не успеем, но в следующий раз поговорим, и даже дурно влияют на симпатичных нам политиков. Но что касается вашего вопроса, все зависит от того, как я, насколько я могу судить, где бизнес зарегистрирован. И из этого исходя налоги и платятся. Может, он зарегистрирован вообще где-то, где налоги платить и не надо. Если я не прав, Сергей меня поправит, конечно же. А вообще бороться с этим очень просто. Создаются нормальные условия для бизнеса в своей стране, а именно сокращается регулирование, сокращаются налоги. И тогда человеку просто элементарно выгоднее работать и платить налоги в Америке. В принципе, так раньше и было до определенного момента. Что касается нелегалов, ну, здесь я повторюсь то, что говорил уже уважаемому слушателю. Вы абсолютно правы, что эта дешевая рабочая сила привлекается, и она выгодна очень многим. И более того, она выгодна, к сожалению, и очень многим республиканцам в том числе. Но все опять делается очень просто. Нужно ужесточение миграционного законодательства. И следование тем законам, которые уже есть. Они на самом деле не такие уж и плохие. И ряд решений Верховного суда их подтверждает. То есть, все элементарно, если посмотреть так со стороны. Меньше регулирования, меньше налогов, соблюдение законов. Все. Проблема решена. Но это будет такой удар по бюрократии, серьезный, даже катастрофический, я бы сказал, что она на это не пойдет никак. И вот эта вот диктатура бюрократии – это очень и очень серьезная проблема. Ну и еще одна новость, тоже печальная довольно, я имею в виду. Да, я вот надеюсь, мы о ней будем говорить в следующий раз, тем более, что эта история, она еще продолжается. Но вот, знаете, как я и говорил, когда свои делают то, что делать не надо, нам надо об этом говорить. А когда вроде бы безукоризненная губернатор Кристи Ноум, о которой я говорил в прошлый раз, что она вот-вот подпишет закон, запрещающий трансам участвовать в женских видах спорта, который нужен, и который уже подписал, например, Тейт Ривз, губернатор Миссисипи, совсем не такая яркая фигура, как Кристи Ноум. Тем не менее, Ноум вдруг его завернула. И хотя она сейчас отговаривается и говорит красивые слова, что надо что-то там переделать, но аналитики говорят, что она хочет этот закон очень серьезно изменить. И тогда он будет практически, ну, как это, гаты, да, выпотрошенный, по сути, свои. Вот почему она это сделала и что еще будет, потому что, возможно, на этой неделе закон к ней вернется из местного законодательного собрания. Мы, наверное, подробнее поговорим все-таки в следующий раз. А сегодня, чтобы закончить... Нет, я закончу на оптимистической ноте. Зато, вот знаете, в одном месте убывает, в другом прибывает. Ноум сильно разочаровала, меня очень сильно. Тем более, вы знаете мое к ней отношение, я готов ее критиковать. Но порадовал ДеСантис. ДеСантис объявил, что в школах Флориды по новой программе не будет преподаваться вот этот вот антиамериканский идиотизм под названием «Теория критической расы». Он искореняется, зато будут создаваться условия для преподавания американской истории, для преподавания американской системы, ну, то, что называется красивым, несколько расплывчатым словом, да, civics, то есть все, что должно объяснять ученикам, как страна работает и почему Америка – это Америка. Поэтому, да, плохое оставим на будущее, я боюсь, что нам еще демократы добавят. А сегодня закончим на том, что, ну, пока ДеСантис нас порадовал, и хоть это какой-то островок положительных эмоций на прошлой неделе. Тем более образование, сами знаете. Когда-то один губернатор, я не люблю сравнений, но не удержусь, один губернатор по имени Рон тоже начинал с того, что брался за образование в Калифорнии. Вы помните, где он потом оказался и что получилось? Про ДеСантиса говорить рано, сравнение делать рано,
Но то, что он взялся за образование, честь ему и хвала. Иван, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Спасибо вам, до встречи.